Всем здравствуйте. Вот хочу показать вам, чем я занимаюсь. Сегодня я занимаюсь цветами домашними. Так, я не знаю, как они называются, вот эти цветочки, но я сейчас покажу вам. Может, кто-то знает. Вот я срезала. Ну, они были завязшие, вот это вот чуть-чуть только еще ничего, но я все равно их срезала. Один белый, один красный. Вот. Я пересаживаю сегодня цветы, делаю им, ну, как бы хорошую такую атмосферу. Когда я вижу, что где-то цветам некомфортно, я начинаю им искать хорошее место. Вот, вот эта белая, она была здесь. Это подарили дети мне на, как день мамы. Когда он у нас был в Германии, он у нас был в мае. Где-то там в середине мая. Вот, орхидея. Вот эта вот травка. И вот этот беленький был. Это красный, а тут был белый. Вот, оно все хорошо. Ну, орхидея уже отцветает. Так, май, июнь, июль. 2 месяца, чуть больше 2 месяцев. Орхидея уже отцветает. Вот, и когда я поливаю, оказывается, здесь внизу нет дна. Вот, я хотела что-то подставить, но не очень выглядит. Я теперь взяла, пересадила вот эту красную, мне племянница подарила. И я посадила красную и белую вот в этот горшок. Он очень хороший. И когда их поливаешь, тут стоит мерка. Короче, граница. Ну, не перельешь их, скажем так. Вот, и потому что они сухие становятся. Вот один был здесь, один был вот в этом. Этот горшочек специально для орхидеи. Но у меня не было, у меня давно были орхидеи, потом что-то не стали расти, и я от них избавилась. Сейчас дети мне подарили, и я посажу в этот горшочек, он у меня уже давно. Специально для орхидеи. Вот тут, смотрите, земля. Все, вот он у меня сюда переедет. Так, а здесь у меня были фиалочки. Я маленькие фиалочки вот садила. И мне тоже надо будет найти место. Так, вот эти все хорошо, я их полью. Теперь им воды здесь будет достаточно. Они очень любят воду. Так, вот эта красавица моя тоже очень распушилась. Мне ее внучка дарила маленькой совсем. А уже как распушилась она. Вот, но ей хватает места. Это я, когда мою окна, у меня всегда, я начинаю присматриваться к своим цветам. Ага, кому-то хорошо, кому-то надо что-то добавить, землю, водичку. И это у меня целый процесс, когда я мою окна, я за цветами смотрю. А окна я мою часто. Я люблю, чтобы были окна чистые. Так, ну, буду дальше продолжать. Сейчас я это вытру и займусь орхидеей. Пока прервусь, потом я вам покажу. Так, я смотрю, они здесь поставили. Прям вот так вот было. Горшочки. Так, тут земля. Угу, понятно. Вот, теперь мне ее надо сюда. Здесь, конечно, камушков много. Надо будет мне что-то с этим сделать. Я их попробую чуть-чуть вытащу, чтобы она у меня все-таки вся вошла. Ну вот интересно, да? Ну я знаю, что орхидеям землю не надо. У них специальная земля. Вот. Я как-то работала. Тоже ну, у одной женщины, она орхидеями занимается. Я ей помогала, поливала, ухаживала за орхидеями, пересаживала. Так что чуть-чуть у меня, конечно, чуть-чуть понятия есть, но немного, скажем так. Вот. Ну, сейчас мне будет неудобно, сейчас я прервусь опять. Так, я ее поместила сюда. Теперь я засыпаю это все.
Я не знаю, конечно, всех названий цветов, но вот с цветами я очень люблю возиться, конечно. Это мое. Так. Теперь ей будет тут хорошо. Вот я ее буду поливать. И вот эта красная, она мне будет давать вот максимально. Что-то она. Ну, короче, минимально и наверху максимально. Вода, влага. А то я ее там лью, 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 а ей уже как будто как бы много уже воды там. Я уже это вижу. А ей тоже ее надо обильно поливать, но и также надо чуть-чуть ее просушивать. Так, вот так у меня получилось. Теперь эти двое у меня здесь. Вот, тоже буду поливать, будет видно. Эти я фиалки пересадила, ну, наверное, где-то неделю назад. Они уже были большие, прям вот давили друг на друга. Я их тоже поотрезала и пересадила. Вот, эти будут в больших у меня. Вот у меня здесь 6 фиалок. Фиалки я очень люблю, они мне очень нравятся, потому что они отцветают и сразу опять набирают цвет. Ну и орхидею. Этот еще у меня вот цветет. Один цветет, три уже отцвели. Но знаете, я всегда обрезала вот эти, которые отцветали, я их обрезала. В этот раз я решила их оставить, посмотрю. Может быть, от них еще пойдут отростки или как побеги, да? Вот. Ну вот, поделилась с вами своей работой. Пусть теперь растут. Сейчас я пойду мыть окна. Помою окна и поставлю их на свои места. На этом я заканчиваю. Всего вам хорошего. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что смотрите. Желаю вам здоровья и всего самого-самого хорошего. До свидания.